Мусор не вывезен, налить и снег во дворах не убраны, на фасадах сосульки, а в подвалах вода. Вопросов к управляющей компании у жильцов ЖК «Лайково» город события накопилось много. Но главное – связаться с ее представителями. Задача не из простых. На сегодняшний день основная проблема – это отсутствие коммуникации управляющей компании с жителями. Они не могут в любой момент суток по любым вопросам, и простым, и сложным, обратиться в управляющую компанию. Диспетчерские не работают, если работают, то ведут себя, если не хамски, то достаточно хладнокровно не реагируют. За состоянием инженерных коммуникаций следит подрядная организация. Нареканий к ней нет. В аномальные холода проблемы возникали в квартирах, которые еще не заселены. Инженерные службы управляющей компании устраняли эти аварии, но недостаточно быстро по причине своей слабости, так как на территории находилось всего 2 человека инженерных служб в праздник. Соответственно, на такое количество аварий они просто физически не успевали быстро реагировать. Все нарушения в содержании домов и прилегающей территории зафиксированы и будут переданы в контролирующие органы. Но жители настаивают, управляющую компанию нужно менять. Сейчас этот вопрос рассматривается на общих собраниях собственников. Наша задача всех вместе быстрее закончить с Мариус ЖКХ, там что-то групп. Вот. И дать возможность другой управляющей компании реализовать себя. Вот, судя по тому, как проводится собрание, мы видим, что там пока хотят второй завод. Значит, надо нам помочь дать возможность второму заводу себя там реализовать. В ходе встречи представителю УК предложили добровольно отказаться от обслуживания жилого комплекса. Но в любом случае это не поможет ей избежать штрафов за неисполнение своих обязанностей. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».